квест по плагину, блядь. Эника там, кресты, дроп каски. Будет ролик еще? Да. И 93 ПР. Я запустил босса. Вы услышали призыв Серебряного Леопарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сражаться... Ретрики, выставьте ауру на огонь. Чё, давай, Виталик, только его передомажь, тебе свой сейчас сделаю. Войдут в ряды Серебряного... Каст ауру поставьте. На сколько? Не передамажь ты совой шипы никогда на этом боссе. Сейчас смотри, блядь. Не. Сейчас пол сдохнет. Сейчас смотри, блядь. И просто за шипы легче надамажить. Это хуйня, все сказки. Я видел и более достойных соперников в Багровом. Сейчас смотрите, блядь, на мой ДП. Тратишь наше время, паладин. Сари, голды хоть паспорт. Выйдите с лужи. Через 2 секунды незыблемость кровоотвод прожимай. Будет стак. Ну вот ты ниже, блядь. Проебал. Троп, давай, забирай. Слишком близко был, сбил ли каст мне. Мне тоже. Ну, кор, красава. Ё-моё. Ставлю тотем. Какуся на длинную ману, давай. Время. Будем бить звездочку. Ну, провели дальше звезды. Дальше. Под мордой босса не стоять. А, забыл сказать. Эника, ты заберешь Эдани Герла потом босса. Только не сейчас. А, я заберу, он танчит другого. А, я просто не увидел. Все, забирай босса. Проводи. Дал чешку. Тут морда не стоим сейчас. Тут воет, я не вижу. 13 место. Каменс 5. Почему товар на первом месте? Выйди, там лужа, ё-моё. Милики, отойдите. Пар просто шеем собрал. Давайте первую сакру. Вот троп кинет. Вторую Эника. Когда он в центр прыгнет, да? Да. Он в это время дает топ от физурон. Можно еще мастер ауру пожать под деф ауру. Стрейков, сакра. По-моему, ее не было. 32% мага. Прожимайся, БДК. Ладно, не прожимайся. Прожали все обилки, там босса, дебаф, 100% увеличение урона. Теника, теперь ты будешь прожимать сакру. Да,
Прожимай сакру. О, сейчас вижу, что сакра есть. Не знаю, как ты прожал сакру, но мага или не подействовал. Сейчас у мага 100%, даже если был без щита. Ведь мана не достает, когда ты ее далеко прожимаешь, или я не знаю, что. Не, ну сейчас, короче, у всего рейда не так сильно просело хп. Ну, если кто-то может линкануть, она у меня в КД. Это херня. Паладин, Изабелла, кем ты будешь? Войт, ты достойный противник. Ну да. Им надо щиток. Запускайте следующего босса. А, он три камбаши вес, поэтому из двух. Мало. Вот тебе, о, держи плащ. Готовьтесь к бою. Сейчас до шестка. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Проф около 450. Готовьтесь к забвению! У кого 450? Петровы. Дольте. Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопамсом! Мастером призыва! Ты же его не будешь продавать, будешь изучать, да? Я правильно мыслю? Конечно, конечно. Ага. Тоже. Тебя погубит твоя самоуверенность. Тут я главный! Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов! Так, что там у нас белое? 3-3 КГС. Сейчас будет шестка. Пусть на диспель магию с Денигера. Так, врата. Давайте мы врата сыграли. Но Грегор, выйди с лужи. В этой луже лучше не стоять. Ведь... Войт, подними с Шендлера. Со стаками. Бафайте кота. Каску, кулак, лапу. С тобой. Сейчас будет вулкан. Нужно в него сыграть. Маги, рассеивайте заклинания, утроп давай сакру, играйте в вулкан. Мальчишка. Эйника, давай сакру. Бейте в мелкий трэш, пожалуйста. Протопал, собирай весь трэш. Жесть, точнее, там, там Буси не умрет. Выходит протопал. Он же умер. А, да, да. Я уже так туплю. Чендер же шумел. Рассеивайте заклинание. Заходите в лужу. Опять ресет. Так, Дана. Оли. Паладин, Изабелла, тебе что-то надо отсюда? Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь.
повелителя демонов, чтобы справиться с ордой. Посмотри, боссе, что есть. Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и попытался. Турнир продолжается. Женек есть? А, это портняжное дело. Показывайте портняжное дело. Ничем показывает портняжное дело. Так, ничего не показывает. Нет, пока. Пускайте босса. Добрый день. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Зачем тебе этот щит? Сражайтесь во славу. С кого эти наручи с мастерством падают? На танк. Можно с Джераксуса. Так, бьем Лока. Лок звезда. Ренингеру танчишь Вара, Эника танчишь ДК. Утроп танчишь Ру. Пропал. Говоришь, что голос пропал, просто я уже... Да-да, тебя не слышно было. Я сейчас с ними не говорил ничего. Я тебе сказал только, что бы ты танчил Рогу. Данигел, Вареника, ДК. Кто там еще остался? Войд, мысленно сову танчишь. Джаспанк танчит Ханта. Все бьем звезду. Так, на хилов метки. Пуляйте танки. Ханта бы еще кто бы потанчил, потому что он без танка. Давайте звезду играем в Лока. На мне хант висит. Все, я походу... Нет, еще нет. Дайте боб на Анрикса, пожалуйста. Вернули, да? Следующий кто? Давайте ромб. Захожу. Кто захожу? Ой, я, блин, сейчас зайду. Фейр еще дайте по квадрату. По черепу там. Да, уже обман могу. Че никто еще не дает? Следующий кто? Квадрат. Крест дайте, эфир. Ставлю тотем маны, спойте гимн маны. Потом будем черепить. Рассейте бабл. Все, давайте черепок. Ну там добить еще 800 камера.
Потом кружок. Бейте потом метки. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Забыл, у тебя есть микрофон? Ты с Альянса? О, это скоро детская неделя будет. Выживание. Ночило, да, есть? И все. А подожди, что там надо? Сейчас посмотрю. Вот, по-моему, при сиротке на алкоголе 2015 году сделал. Жесть, как это было давно. Каком? В 15 году на шамана этого сделал. Ты не так давно, тогда доллар уже по 20 был. Это было давно, я в универе учился еще. Жесть, 5 мая все чего сделал. А нет, еще 30 мая было. О! Ой, 30 апреля. Смотри, тебе повезло, у тебя есть топор. Забыла. Вместо этого оденешь. Кольца тоже помню. Да, нем еще и кольцо ему. И, наверное, все-таки это тоже можно. Тут и крит, и меткость, йоу. Будет в шоке. Пау. Тут на БК. А ты это надо? ППГ пустит, видишь? Что, тут тоже в три танка пойдем? Два. Есть два. Кому спекать? Хотите. Берите тотем из сундука. Запустил. Пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются. Да, просто щиты и следи за танками. Танки могут просесть сильно. О, Only Time SS на Дэнни Берма. Берем все темные сферки, чек на пол. Все, танки, пуляйте. Thank you.
Ретаунд сделай по темной вальке. БДК надо хорошенько хилить. О, сейчас получим баф. Может напряжаться. Поднимайте его саба, поднимайте его саба. Гимна отхил даем. Потом гимна ману. У меня тотем еще стоит. Милый. Белый портал взяли, бьем темную вальку. Надо сбить каст. Не знаю, как падаете вы так жестко просто. Сам не знаю. Ну просто ловят дебафы на стрихила. Изабелли в выборке, да? О, выполнен выбор. Ну давай тогда Изабелли дадим уже. Давайте ролить, я тоже хочу ролить. Да кому нужно? Да уже уходит вроде нет. Да я понял, что ты понял. Я бы отдал этот выбор. Я бы все отдал этому Изабелле. Только деньги бы передал бы с ГБ. Так, по ЕПГП ГП это херня. Оно на ПВП или что идет? Кто выше ПВП? Посмотрите, пожалуйста. На да, Изабель, можно, но у тебя 0 ПР, поэтому ты не заберешь. Мерцель, боковые калки. Боковые, если хочешь, можешь просто передать Изабелле, но ГП себе оставить. А чё он по ГП идёт? Это же бисом никому не идёт вроде. Идёт. Видишь, ролит. Вы проявили себя как бесстрашные герои. А, ну может для ПВП только. Не, ну ретрик он ровно сидит. Я вообще, честно говоря, не понимаю, почему ретрик кинулся в чешую, а не выбор. Апа на выборе больше, чем на чешу. Важно апа, важно то, что ты атака на втором месте. И просто из-за простых расчетов лучше одеть РПБ, чем одевать этот ап. РП для рыбы хоть и низкий приоритет имеет, но в сумме он перекрывает выбор. Ну ап с выбора. Предлагаю прокатиться. Главное ГС, а все остальное вообще насрать. Да, да, ГС как вариант тоже, да. Пойдем ЦЛК 25 одевать Кизабеллу. Пошли. Гер только. Полтора часа принесем. Забыла, иди в 15.00, вырез 25. Завтра. Чешку, думаю, солишь. Чек на пул. Кулак ПДК, давайте. Кулак ПДК. Лапу. Лапу. Не забыл, приходи завтра на МОВ. Да. Рыбки нет. После босса поставлю рыбку. У меня есть, я поставлю сейчас.
Короче, 5 минут кулак есть. Так что, Дэнни Герл, можешь начинать. Будет длиться меньше 5 минут. Стая поглотит. Косина, твоя задача — приоритет кидания щитов на магов, людей с дебафами, танков. Это на последней фазе. Видишь, 5 дебафов раскинулось. На них надо щиты решить сразу. Сбивайте трэш быстрее, потому что он закопается, сотрекинет ману свой хп себе. Ой, залей ману, ту забыл отрегенить. Я вообще не хилю. Давай хилю внизу. Повесь щиток. А ты на кого щиток повесил? Да не говорил. Меня не отображается. Ладно. Что я случайно на себя перевесил? Тотем успеет сейчас на этой фазе. Давай, бой. Да бой, блин, последняя фаза длится минуту. Там даже по мане не успеешь сесть. Ну и столько не убьешь. Ну и встать, не встанешь потом. Помните в адептах в 15 году, чтобы без вайпов пройти, это ж надо постараться. Про ИВК? Да-да-да, я помню. Ты шо? Больше посложнее было. Ну да, сундук выпал, жаль. Ну как посложнее, мне кажется, просто люди были не так одеты. И не часто туда ходили, а сейчас просто... на автомате с давим зергом. Добейте трэш, потом можно уже переключаться. Щиток на мага за LP, да не вижу щитка. На орбитальне тоже не вижу щитка. Даю первую чешку. Давай сакру. Эмика, давай сакру. Здесь сегодня не сахарно повезло из-за топа, из-за Белла. И плач, короче. Не, это не писал. Плач, ноги. Хулипала будешь собирать или нет? Да кидаем все этот шлам. Тот токен ему закинь, пусть пойдет купит сразу сет. Посмотрим. Так, трофей. Валим трофей. А токены там не надо доплачивать триумфом? Нет. Нет. А героически нет. Да, кстати, возьмем Т9 сразу. Ну сразу бошку и тело поменяет из этого. Все, теперь можно попоерить.
Изабелла, хочешь, я еще за чару, короче, камни вставлю. Ну, завоевателя реально никак, мы просто уже настолько ходим, то я думаю, изобилие, да. Ну-ка, давай посмотрим, что там у тебя. А ну, иди сюда. Изабелла. Завтра 6к денег персами. Колбу на меткость там возьмешь, там. Короче, поставишь башку, сейчас сделаешь себе. И... тело. Да, башку и тело. Так, покоритель. Защитник. Изабелла, если тебе надо символы либо есть. Это создавай. Терпимость, посох. А, это херня, вот, клевый плащ. Почти как с Геры 25. Тайтинка выигрывает, молодец. Протопало вкачал. Завтра в обычку пойдешь? Не, вряд ли. Ты Войд протопала вкачал? Не, там WhatsApp вкачал. А что это без? Не, может летом сделаю, не знаю. Катушку выбью, так сделаю, не знаю, короче. Может не буду ничего делать. Слишком далеко. Прикольно, три рейда сегодня было.